Подписчики, с вами снова я, Лео Ди Каприо. Что ж, сегодня мы опять же играем в эту волшебную игру. Споры, да, споры. Вот мы продолжаем, мы дошли практически до середины. И сегодняшняя наша цель — пройти этот этап, этап молекулы. Да. Так, надо вот это поймать. Так, иди сюда. Слышь, ты сюда иди. Давайте, мы ее должны догнать. Так, да, убили. Эти крылышки мы взяли в прошлой серии, когда мы ее убили, такую же штучку. Блин, ну давай. Оп, надо ее напугать, чтобы она не нас кусала, а мы. Хотя ладно, она все равно не сюда летит. Ой, доплывет. Фиг его знает. Так, подбираем все эти штучки. Давайте нападем на нее. Опа, что ты? О. Вот еще один наш дружок. Мы его можем убить? Нет. Наш друг. Вот это наш друг. Декабринка. Еще одна. Так, все ясно. Давайте дальше искать нам жертву. Ух ты. А, кстати, можно убить, в принципе, его. Я вам потом это покажу, когда... Вот он. Вот он, осьминожек. Нам надо его убить. Если мы его не убьем, будет плохо. Блин, нет, 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 нет. Нет, пожалуйста. Давайте догоним. Блин! Все в порядке. Так, теперь нам не надо жрать мясо, чтобы не развиваться лишний раз. Нам нужно искать этого осьминога. Осьминог, вот он, вот, вот он, вот он. Не отвечаю вам, что это тот, но все же. Видите, он пускает чернила. Это яд. Я тоже такой хочу. Все, мы взяли яд. Так, ну что, давайте сейчас вот это вот убьем. Так, убили. Возьмем. И ты куда ты, блин, прёшься, а? Чё, засал, да? Так, ну все, давайте зовем нашу партнершу. Нашу девочку. Ну, мне кажется, это, скорее всего, мальчик, как я вам уже говорил, что сносим яйца ты мы ей, а не она нам. Так что, вот так как-то. Так, вот это икриночка, в которой зарождается жизнь. Блин, не хватает, не хватает. Сколько она у нас стоит? Сейчас мы обратно поставим. Блин, я рот продал. Нет, рот нам ни в коем случае продавать нельзя, я думаю. Слушайте, а что если, знаете, что делать? Смотрите, пробуем вот так вот первый раз. Я так не делал никогда. Ну, что-то наподобие делал так. Уменьшаем, да? Нет, не получится. Вот такой вот у нас будет зад большой. Что ж, ну сейчас накопим на шипы. В принципе, они недорого стоят. Ну, относительно. Так, но зато теперь мы будем разворачиваться попкой к нашей жертве и убивать ее. Да. Это тоже неплохо, я вам скажу. Ну, вот сейчас. Укусили. Ну, давай, мы тебя догоним. Я догоню тебя. Вот видите, в яде он умер. Там. Вот мы тоже ядом здесь накрошили. Ну, как накрошили? Набрызг. Вот, вот эта вот штука нам реактивная очень нужна. Вон зеленая штучка. О, боже, если мы ее не поймаем, все, нам конец. Я не люблю, вот, когда не ловим мы эту штуку из-за того, что у нее всеядный хоботок, вы можете видеть. Нам надо ее убить, ну же! Да, yes, 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 все, мы боги. Теперь нам нужно остановить этот хоботок, что мы сейчас делаем после того, как вот возле своих собратьев немножечко перекусим. Давайте вот, бери. Так, так, хорошо. Давайте, ой, осторожно. Вот, мы почти выросли. Давайте вырастим и потом пойдем к нашему самцу или самочке. Короче, будем делать икриночки. Так, вот в данный... Ну, сейчас, давайте. Так, зовем ее. Где она? А, вот она, вот она, вот она, вот она. Чё, привет, давай танцуем. А, вот, вот это. Сколько их много здесь, уже нас-то. Завоевываем океан мы. Завоевываем океан. А. А, да, как-то так.
Блин, хоботок так дорого стоит, но без яда мы обойдемся, но без хоботка ни в коем случае. И мы их уменьшаем. Вот они, видите, торчат. Их как бы не видно, но они есть, и мы можем также теперь есть траву, ну, высасывать. Но с ними бы мы бы не смогли прям есть мясо, мы бы его только высасывали, как бы могли убивать. Вот сейчас, может, покажу. Так, это мы съели. Вот травочка. Травочка, давайте я вам покажу. О, просто, видите, боком так засасывает, и все. Вот. Это очень... Эй, это моя кусок трава. Что? Это мой кусок травы, я хотел сказать, но я сказала моя кусок трава. Ну что ж, бывает. Давайте его высосим. Блин, не получилось. Так, давайте нападем вон на электрошок. У него тоже очень прикольненькая штучка. Она бьется током, как вы можете увидеть. Это очень интересно, очень прикольно, в принципе. Но на суше я вам сразу заранее скажу, не понадобится нам. Ну да ладно, мы просто будем собирать вещи, чтобы они у нас были. Оп, укусили. Ну да ладно. Так, так, так. У нас уже здесь достаточно много, я вам скажу, да? Так. Ой, 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 меня и спина... Нет, фак! Блин. Ай, это было больно. Сколько здесь таких штучек, ай. Так, эта игра вообще похожа на agar.io или на agar.io. Короче, кому как удобно, да? Вот, это вообще, это вышла игра гораздо раньше. Она вышла в 2007 или 2008 году, я точно не помню. И мне кажется, очень интересная игра. Графика тоже обалденная. Как я вам говорю, это из-за экранного режима, если у вас будет не прям уж графика, ого-го. А так графика очень хорошая, я вам честно говорю. И agar.io делали вот именно по этой игре на этом этапе делали. Не прям по игре, а вот именно на этом этапе. Им понравилось, типа... что все друг друга едят, там, все так далее. Вот они и сделали игрушечку такую, интересненькую, в принципе. Так, нам надо поесть еще травки, чтобы мы были такими среднячками. Сейчас я вам покажу наше развитие сейчас. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, не надо, не надо. Вот, хорошо. Все, что ты меня теперь не съешь, да? Да? Так, высосали мы там из какого-то малька что-то мы высосали, да? Да, так. Потихоньку. Эй, тебя тоже сейчас высосу. Ой, фак! Фак, 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 спасайте меня! А, нет, 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 нет! Слав, вот это мы ускорились! Ну, естественно, жить-то хочется. Так, давайте посмотрим нашу историю развития. Вот, мы почти поднялись до всеядного. Это очень прикольненький тип. Нам будут выпадать рты, ну, вскоре вы узнаете. А наш вид сейчас, в данный момент, существует на 1 миллиард 900 миллионов лет. Вот сколько нашему, ну, скажем так, мальку. Вот здесь как бы, ну, вы понимаете, что от икринки до икринки здесь не настоящее же время будет несколько минут. А вот такой вот миллионами лет, миллиардами, тысячами и так далее. Ты чё, вообще что ли оборзел? Это моя трава. Опа. Вот хорошо. Мы выросли с вами. Вот хорошо. Ой, ну нам уже пора к нашей девчульке. Потише. Видите, испугался. Я пришел, я властелин. Море или океаны, я не знаю. Но вот так как-то. Да. Так. Яд тоже можно. Давайте опять же оденем этот яд. Давайте как можно ближе. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, я вам скажу. Декабринка у нас такая прикольная. Что ж, погнали дальше. Сколько нам примерно осталось? О, мы уже всеядные. Шестое поколение на 2 миллиардах 100 миллионов лет уже. И это уже всеядные. Мы стали всеядными. Наконец. Наконец-то. Ну, давайте еще укрепим наши позиции всеядности. И главное нам не стать травоядными, потому что... Я не знаю. Ну, давайте, может, ладно, давайте будем воевать тоже. Конечно же.
Да, как же без этого, опять же. Нифига себе, откуда они здесь? Мы не будем, наверное, всеядными. О боже! Что? О боже! У нее мозги! О боже! Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Да. Что ж, чтобы выйти на сушу, существу необходимы нижние конечности, то есть ноги. Ну что ж, наверное, на этом на сегодня хватит. Давайте, нет, на ней закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Короче, всем удачи, всем пока!